Ты понимаешь, что пленка, вот эта вот пленка, при нагреве дает токсины. И они оказываются в мясе, ты травишь людей 5 лет. Может, просто не приходил? Ну это ж надо додуматься. Пленку, стрейч-пленку жарить. Шаурму со стрейч-пленкой. Ну это ж надо додуматься до такого вообще. Вот сейчас он ее обрезает. Вот шаурма. Вот адрес. Как тебя зовут, дорогой мой? А? Зовут тебя как? Даврон. Как еще раз? Даврон. Даврон, ну так нельзя делать на самом деле. Ну простите меня, но я 5 лет уже так работаю. Ну нельзя так делать, ты понимаешь? Пленку никто не жарит. Везде так делают. Везде только... ее снимают. Везде она снимают. На момент заморозки она... и переноски идет. Она заморозки, сейчас я ее сниму, когда буду это делать. Она развалится у меня. Ты со мной будешь спорить, я повар. Понимаешь? Я просто поэтому лет поваром работаю. Вы поймите, у меня дед. Поэтому в стрейч пленке надо жарить шаурму. Я понимаю, что она у тебя сохнет. Шаурме. Вы поймите меня. Но я нельзя ее не в пленке раз... жарить. Ты что творишь? Все так делают. Да я кто? Не только я один. Везде в любом шаурме, чтобы вы посмотрели, как они шаурму делают. Они везде пальцы... знаю, что везде. Пленку снимают. Да ты что, прикалываешься после пластик жарки, жарить? После жарки его снимают. В любом месте, я вам, ну, поспорю я с вами. Скажи, пожалуйста, из чего сделана пленка? А я знаю, из нефти она сделана, из нефтепродуктов. Ты людей нефтью кормишь, елки-палки. И ты говоришь, что так везде делают. Ну, ты... везде так делают, у меня, простите, не это придумал. Мне так сказать. Все, снимай, снимай, так нигде не сделай. Я этим не буду продавать же. Все, больше так не делай. Это же надо...